Теперь понадобится два хомута. Берем их, согибаем и вставляем вот таким образом. Первый и второй. Теперь берем саморез и закручиваем. Теперь берем наш провод и крепим. Подтягиваем. И здесь тоже. Лишнюю часть убираем. Вот что у нас получилось в итоге. Друзья, я думаю, у многих из вас есть вот такие дешевые струбцины. И бывает такое, что часто теряется пластиковая опора. И что происходит? Когда мы берем деревянную заготовку и зажимаем нашей струбциной, а затем ее убираем, то обычно здесь остается вмятина и вот такие вот круги. Как раз здесь нас выручит обычная пластиковая крышка. Берем струбцину и под струбцину подставляем нашу крышку. И закручиваем. Затем убираем. И как видим, у нас ни вмятин, никаких кругов, ничего не осталось. Друзья, вот такая коротенькая подборочка сегодня получилась. Напишите в комментариях, какая вам идея понравилась больше, какая меньше. Всегда рад вас выслушать и ответить на ваши комментарии. Ну а мы на этом будем заканчивать. Кому понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Всем пока, до новых встреч!